Добрый вечер, друзья. Игорь Жабский представляет. Сегодня 2 сентября 2017 года. Я нахожусь в Суйфунхэ, в Китае. И вот мы остановились возле какого-то озера. Живописное озеро, все в огнях. Вот здесь китайцы занимаются ушу. Народ гуляет. Иллюминация очень красивая. Озеро красивое, которое тоже окружено иллюминацией. И вот небольшой ролик об этом месте я вам покажу. Вот такая вот красота. Народ гуляет, любуется. И мы полюбуемся. Вот играет китайская музыка. Мы сегодня приехали, 5 человек, за нашими фотоработами, которые выставлялись в Китае. И моя работа выставлялась. Мы их забираем, потому что 20 сентября открывается выставка в Приморской государственной картинной галереи, где будут участвовать многие фотографы Дальнего Востока, также и Китая будут участвовать, и моя работа будет участвовать в этом фестивале «Фотомиг». Вот мы их вывозим с Китая. Я думаю, вам понравится это место, которое я вам показываю. Мы тут были в декабре 2016 года, когда была наша выставка совместная с китайскими фотохудожниками. Но это было зимой, а сейчас совсем другая картина, красивая. Такая вот набережная, вся в огнях. Дома все в иллюминации. Особенно крыши. Сейчас мы покажем. Вот такая вот иллюминация на крышах. На улице хорошо, свежо, ветра нету. Ну все, друзья. На этом я заканчиваю свой ролик. До новых встреч. До свидания.